Это так комично выглядело почему-то. Урсус Лугиус. И правда, Гусус Лугиус, что? Гусус Лугиус, такое качество. Ты из ничего стреляешь, вот реально сейчас. Лол. Блядь, я упал. Овчан? Да. А, теперь у нас... Токсичный дом. Поздравляю. Что это было? Incoming! Уф. Окей. Бейте, пожалуйста, кто-нибудь. Волтер, их. Ну что за херня? Волтер, почему я? Ну, Волтер. Да убейте его, блять, уже наконец-то! Сука! Вы же давай. Я в тебя верю, ты будешь моим главным пациентом. Удивительно. Да. А чё, ты, это грустно. Уф, ебать, что я натворил. Им обоим дали убер этим снайперам. И одного из них убил. Да ты, блядь, сделай что-нибудь! Сука, тупой демоман! Ебать, это самый тупой демоман в моей жизни! Сгори там, я тебя не буду лечить. Рокс или Рекс, я не знаю. Не знаю, кто там, блин. Дебил, ебаный. Сука, молодец, солдат. Я... О боже, тут классик снайпер. Сюда, мой хороший. В углу зажигли. С инженером. Сука. Это было прекрасно. Блять, было круто. Freaking unbelievable. Да сдохни ты нахуй, уёба, блять, слишком поздно, извини. Перезарядка, блять. Один нахуй. На тебе. Тварь. Я вернулся, суки. God bless America. Солдат возвращается из ада со словом God bless America. И делает он еще так и такой God bless America. Знаешь, так прям стервенело прям. Double down, yeah. Да, не прогадал с этой картой. Она мне нравится. Ой, блядь. Окей. Сука, это было обидно. И я убил двоих уже. Убегай, убегай. Лол, what the fuck? Что? Блять. Окей. Да, вот здесь вот. Я опять его оружия не вижу. О, давай убей его. Ты его удалил просто на сейчас. Да. Мы их убили, лол. Блин, третий пайр, откуда тут столько пайра? Сейчас. Хватит! Свои гранатки бросать тут. Да. О, у меня рейдж готов. Блин, как грустно. Где вот они, кстати, все на точке, и я их всех с пэлом собрал сейчас. Уф. Гемоглобин! О боже мой! Внезапное появление Хэви. Тихо! Сам раз. Ему не повезло. Можешь? Я далековато от тебя, ну давай попробуем. Откуда там взялся?
О, спасибо. Ладно, я даже не обижен, что умер. О, черт, это ж снайпер, что ли, там? Да, снайпер, да. Там, убей его. Возьми давай его вместе. За одно место, давай. А, он хорош. Не-не, он хорош. Респект на сайдлайн. Нате вам. Офигенно, и глаз их мочит. Класс, я получаю киллы даже после проигравшего. Ты кого задоминатил, боже. Еще две тыковки, ну, ребят. Оба, что-то началось. Началось что-то. Да, выглядим сейчас. Что? Толгу нахуй за Escape Thunderworld. Я и так не напрягаюсь особо. Ну, иногда, иногда напрягаешься. Иногда да. Я тоже такой, да, я на расслабоне. Блять, как же я вижу Пайро. Это нормальная реакция, когда все форс играешь. Когда видишь, а, ну да. Ну, вообще, мне в Вирджинии самое то играть за медика. Кстати, блин. Умри, умри, умри сейчас же, умри. Может, тебя к нам закинет, потому что дисбаланс дикий. Может быть. Умри, умри сейчас же, умри. Я в красный лол. Во, я говорю. Реально сработало. Теперь давай этим баллами. Криштиану Роналду первому. Я не знаю, по какой причине, но он единственный, кто, когда я предложил бить босса всем вместе, сказал «No». Я ему, видимо, не нравлюсь. Мне ты, если честно, тоже не нравишься. А, потому что Криштиану я не нравлюсь, да? Да. А я Криштиану Роналду. Я долго... What the fuck? Ёкарный бабай. И сейчас еще петля будет. Капец. Прёт. This is very impressive. This is indeed very impressive and fucking scary. О, боже. Медленная бомбардировка. О боже. We could use a good spy. У нас есть шпион, не знаю, сколько он good. Я не сказал, что нам нужен хороший шпион. Нам просто нужен шпион. Нет, ты сказал, we could use a good spy. Ты буквально сказал, что нам нужен хороший шпион. Что? Он меня убил! Он убил... Вернее, меня никто не убил, но он убил его раньше, чем я успел его ударить критованной этой плеткой. А. Офигеть. Я упал. Грустно. Democracy basically means... retarded. Отлично, кстати, вот ты сократил. Ты основную часть оставил, необходимую. Остальное вырезал, ненужную инфу. Да блин, скаут, да как мне ж тебя? Боже, из пистолетика. Я все это время пытался скаута потушить и не мог. У вас какая-то BDSM игра здесь? Не, он бежит быстрее, да. Когда я его шлёп. Да. Я клянусь, это, у этого есть игровой контекст. Блин, ну тут фэт-скаут и шпион на меня одного маленького бедненького. Помогите. О, господи! Тронов нет.
Да блин, сколько у тебя здоровья, сука, сдохни. И тоже. Nice shot. I'll do what I can. Что? Сука! Нахер вас чудить. Бедный медик. На меня бирмингемец напал. Сука, меня зарезали, как в Бирмингеме просто. Ножом затыкали. Лол. О, господи, все взорвалось. Окей. Его можно только поздравить. Ух, блин. Да блин. Ой-ой. Крис Крик. Уф. Медика. Зачем он зашел прямо в эту? Он как будто целенаправленно зашел в гроб. Господи. У меня по голове только что пробежал Демонайт. А, прикольно. Чага-чага-чага. Чё, лол? Шпион буквально как в прачетовской книге уперся в меня. О, нет, патронов нет. Извиняюсь. О, блин! Тихо! Лол. Они сейчас все будут на кредовную оттуда идти. Блять. Я думал, сработает. Что ж? Я думал, я прыгну круто, а нет. Здорово. Сука. О, господи, я его убил. Чувак улетел в пропасть. Да-да-да. Идеальный саунд для этого. Но это было очень хорошо, на мой взгляд. Ее, хорош! Понятно. Бомбардировка. Блин, извини. Эх. Бэкбёрнер все равно, так что... Блин, вот... Да, это представляешь, как это было бы круто? Это на спаун им надо, вот такое. Да-да-да. О, смотри, зато как стоит красиво. Мне щёпай. Что? Кто? Я сейчас умру, ой-ой-ой. Я отправил. Окей, я это заслужил. The gargoyle has a... Блять. Я прямо в гроб прилетел, собственно. Все логично. Медик, как он жив до сих пор-то? Ну вот, мертв медик. Блять. Ладно, окей. Это было красиво. Это был красивый финальный бой. Yeah. Ты второй, чует. Замечательная концовка.